удивляет меня экспансия других городов. Вот хлеб Николаевский степной, это в АТБ он продается 7 гривен 50 копеек. Это темный хлеб, а есть еще у них светлый хлеб. И тут вот если посмотреть его состав, пшеница первого сорта, ну что хорошо, первого сорта, не высшего, там, как говорится, уже ничего нету живого в высшем сорте. Вода, мука житняя, обдерная, соль кухонная, дрожди хлебопекарские прессованные. Срок придатности 72 часа, 3 суток. И довольно-таки хороший хлеб, он настолько мягкий у них. Вкус, все, что я вот удивился. И на второй день мягкий. И что Херсон думает? Цена 7 гривен 50 копеек в АТБ. Но у них есть еще белый хлеб этого же производителя. У меня на YouTube-канале пару лет назад есть про мелитопольский хлеб, тогда тоже везли. Но он по качеству как-то этот вкуснее Николаевский степной. Ну, молодцы николаевцы, что тут скажешь. У нас херсонский хлеб, вот темный, который от хлебозавода, что возле Вечного Огня, он стоит по 18 гривен, 700 грамм. Ну, надо что-то думать, чтобы поддерживать херсонского производителя. А что ж это? Николаевский хлеб кушаем, и цена доступная, полкилограмма веса. Это под дождик чуть-чуть упаковка попала, там красивее еще есть, буханочки на витрине лежат. Ну, видите, и какая консистенция у него красивая, пористая, хорошо выпеченная, все. Вот так вот, конкуренция.